Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Кирилл с канала KV Racing, и сегодня я прибыл на картодром Primo Karting, который находится в самом центре Санкт-Петербурга, а на моем канале именно он открывает целую серию видосов SPB Karting Trip. Часть первая. Primo Karting представляет из себя 350-метровый крытый извилистый картодром с асфальтовым покрытием, отличным держаком, профессиональной телеметрией, прокатными картами Soddy RX8 и всем необходимым для комфортного посещения трассы. Я приехал на картодром первый раз и за одну сессию смог вкатиться и показать приемлемый результат. Пишите в комментариях, у кого время было лучше, чем у меня. Результатами я поделюсь в конце видоса, а сейчас приступаем к заезду! Такси ездил даже. Прокатная техника немножко, она не симметричная. Я боюсь, с руками вы не На ресепшене картодрома у администратора я запросил распечатку заезда в Primo Karting. Моя сессия была 18-й на карте Soddy RX8. Лучший результат моего круга составил 26,424 секунды. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч, друзья!